Норвегия оградится металлическим забором от России из-за ситуации с мигрантами. Дополнительные заграждения высотой 3,5 метра возведут возле единственного контрольно-пропускного пункта на границе. Строительство планируют завершить до наступления морозов. Власти Норвегии объявили о намерении оградиться еще в апреле. По словам главы Минюста, забор поможет обеспечить дополнительные меры безопасности и вести точный контроль всех, кто пересекает границу страны и шенгенской зоны. Всего в прошлом году в Норвегию через Россию въехало более 5500 мигрантов из стран Ближнего Востока. Маршрут, пролегавший через Москву и Мурманск, получил название «Арктического».